Добрый день, мои дорогие подписчики. И вот решил сегодня снять, возвращаясь после замены фильтра масла на автомашине MG EHS Plug-in Hybrid, подзаряжаемый. Вот. И покажу, как работает система навигации и подзаряжается аккумулятор. Вот если кто не знает, как это сделать, здесь функция есть гибрида, который заряжает аккумулятор без стационарной зарядки. То есть если сейчас увидите, там идет зарядка, и потом, если вы экономите, то есть на зарядке, и потом включаете обычный режим автоматический, где будет использоваться и батарея, и бензин. Так что преимущество этой машины налицо, в том плане, что когда вы идете на дальние расстояния, аккумулятор заряжается за счет и двигателя, и самих колес. Вот если сейчас видите, что вот сейчас зарядка идет от крутящегося момента колес. Здесь четко видно, как это все происходит. Но это дорога домой, город Турне. Потому что гараж находится в городе, ну, не доезжая до города Монса. Всего лишь навсего 24 километра. Так что вот такие дела. Вот еще раз покажу крупным планом, как идет зарядка, сколько она будет продолжаться, как говорится. И здесь все видно, все четко показано. Функция включается. Я потом покажу, как это все делается. Сейчас работает навигатор, ну и дорога. Всем удачи, пока. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем отвечу. Доброго дня. Пока-пока.